Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мужчина однажды обжегся от любви. Теперь, когда чувствует, что привязывается, убегает сразу. Спит со всеми, кто попался под руку. Потом сразу блокирует, так и ходит, как стрекоза, что можно с ним сделать, как направить на правильный путь, как бы сам понимает головой, но ему больно до сих пор. Вообще, здесь смущает такая позиция, что кого-то нужно направлять на, в общем-то, правильный путь. То есть я честно скажу, что такая позиция несколько смущает, потому что как вам, в принципе, справедливо уже заметил мой коллега, да, что есть правильная позиция. То есть правильная позиция это какая позиция? Вот. То есть, ну, человек, он, наверное, должен выбирать сам, как ему себя вести. Вот человек, наверное, сам решает и сам выбирает в общем и целом, чего он хочет. Вот. Ну, в частности, вот, чего он хочет от своей жизни в целом. Вот. Поэтому говорить о том, что есть какой-то правильный путь, есть какой-то путь неправильный, это, на мой взгляд, не совсем корректно по отношению к человеку, и я бы сказал, что в какой-то степени здесь чувствуется, ощущается, ну, пренебрежение позиции человека. Во-вторых, если ему больно, ну, вот, как вы говорите, да, если, как вы говорите, человеку больно, вот, я легко достаточно могу это представить, да, то есть абсолютно легко. То, что человек сам делает с тем, что ему больно. Вот. То есть делает ли он сам что-то, чтобы больно не было. Вот. Или нет, и собственно, все, что он делает, да, это вот только как бы жалуется. Вот. А, на мой взгляд, это очень важный момент, потому что если все, что он делает, это жалуется, то вряд ли такой человек будет
чтобы поменять, а его в целом, скорее, ну, его в целом скорее все устраивает. Вот, нежели чем не устраивает. Вот. Поэтому момент здесь, как мне кажется, такой, в первую очередь. Вот. Дальше. Чтобы направить кого-то на истинный, ну, на истинный путь. Вот. То есть, чтобы человек, ну, как-то вот решил, может быть, что-то изменить в своей жизни. Нужен, условно говоря, мотив. Да? Вот. То есть, ну, мотивация. Вот и вопрос, на мой взгляд, довольно важный. А есть ли такая мотивация у мужчины? То есть, есть ли у него мотивация, допустим, что-либо менять, да? Для чего, образно говоря, ему что-либо менять в своей жизни? Зачем ему что-либо менять? Вот. Если его, ну, условно говоря, все устраивает. Вот, поэтому, если человек не хочет, если человек не хочет, там, допустим, что-либо понимать, то изменить его в этом смысле, скорее всего, не получится. Вот. Хотелось бы пояснение немножко насчет того, что вы имеете в виду, говоря, что он ходит как стрекоза. Вот. Потому что, ну, просто вот, ну, сравнение несколько. Для меня, ну, на мой взгляд, да, немножечко не очевидно, скажем так. Вот. То есть, что вы имеете в виду, говоря как стрекоза? Вот. Это такой момент, такая деталь, на которую я бы хотел обратить вам ваше внимание. Вот. То есть такое вот впечатление, да, есть такое ощущение, что вы взялись вот человека переделывать, да, взяли человека как-то помогать ему,
Вот, и больше думайте о нем, чем о себе. Вот, но правда в том, что если вы хотите именно отношений, то есть если вы хотите отношений, а если вы хотите вот, таких отношений, где бы вас ценили, где бы вас любили, где бы вас уважали, вот, то на мой взгляд, это не тот путь, которым вы это добьетесь. Вот. К сожалению. Потому что чего вы добьетесь, так это того, что человек будет относиться к вам как к своему родителю, как к тому, кто его кто его поддерживает. Вот. Человек будет относиться к вам таким образом, а по-другому к вам относиться у него не получится. И вы же сами будете этим недовольны. Это нормально, что вы будете сами недовольны. Потому что, быть довольным тут неоткуда и не из чего. Вот. Это нормально абсолютно, что вы будете недовольны. Вот. Просто сейчас вы вот как-то сами себя, получается, втягиваете в такую историю, где, на мой взгляд, вам самой будет нелегко. Вот. Вы сейчас, на мой взгляд, втягиваете себя в такую ситуацию, где вам самой будет достаточно трудно. Вот. К сожалению. Вот. И, соответственно, знаете, вот, что думаю я по данному вопросу. Я думаю, что очень может быть такое, что человек вас
как-то обидел, вот. Я думаю, что человек ну, по отношению к вам поступил ну, не очень хорошо. Вот, и вы себе таким образом сейчас объясняете его действия. Так это, по крайней мере, выглядит на данный момент. А мне кажется, что в этой ситуации лучше всего вам будет признать, например, что вас обидели, да, в этой ситуации будет хорошо признать, что человек, ну, человек как бы оказался не совсем таким, каким вы рассчитывали, не совсем таким, каким вы надеялись. А вот что он, ну, что он будет. И позволит себе болеть, опустить. В противном случае тянуться это может очень долго. То есть мужчина очень долго может вас не отпускать. Вот. Ну, конечно, да, зачем ему вас отпускать, если вы готовы принимать его элементы поведения, которые, допустим, неприемлемы для вас. Вот. Это было бы странно, поэтому он вас в принципе может и не отпускать довольно долго по времени. А ваши боли, потребность объяснить себе поведение человека тем временем никуда не уйдет и будет вас отравлять в этом смысле. Вот. Вы от нее будете бежать, и в общем и целом как бы ситуация вполне может дойти до некоторой такой
критической точке, когда вы достаточно легко, ну, можете взорваться. Вот. Чего бы, конечно, для вас ни в коем случае не хотелось бы. Хотелось бы в этом смысле хотелось бы вас как-то защитить от этого. Вот. Но для того, чтобы человек изменился, мы сделать ничего не можем, потому что для этого нужно желание именно самого человека. А вот вы свою модель поведения изменить можете и показать ему, как, например, с вами можно и как с вами, соответственно, нельзя взаимодействовать. А вот это вполне реально. Вот, конечно, при том условии, да, если вы в этом заинтересованы. То есть, если вы действительно заинтересованы вот в том, чтобы, ну, что-то в себе менять, тогда и мужчины, глядишь, по отношению к вам будет вести себя по-другому и по отношению к себе тоже вполне вероятно будет вести себя иначе. Вот. То есть в этом смысле научить его можно своим примером. Вот. Вопрос только заключается в том, будете ли вы этим заниматься. Вот. Ну, потому что одно дело, если просто говорить о направлении человека куда-то. И совсем другое дело, если мы говорим, допустим, об изменениях ваших, конкретно. Если мы говорим конкретно о том, чтобы изменили свой, вот. Чтобы начали, ну, начали меняться вы. Вот. Это сложнее, ну, как правило, это сложнее. Дольше. А на практике вы можете получить такую ситуацию, что человек вам, в принципе, не так и важен. Вот. Ну, по итогу не так важен. Это, конечно, не означает, что он не важен вам совсем. Скорее, это означает, что вы можете увидеть что-то интересное в самой себе. Вот. Такой ответ, такое мое видение, да, то есть еще раз, я думаю, что человек причинил вам боль, я думаю, что
На данный момент вы отказываетесь, ну, отказываетесь как-то вот сейчас принимать и признавать, что вам больно, и бежите от этого. Поэтому, вот если вы сейчас у себя сами честно, ну, честно спросите, что я чувствую, например, когда его вижу, что я замечаю, что я ощущаю, когда, ну вот, допустим, с ним взаимодействую. И начнете это выражать, к примеру, у вас появится действительный, реальный шанс на то, чтобы он начал менять. Как следствие, как результат изменения ваших, ну, ваших изменений. Вот. То есть я бы здесь видел картинку вот с такой позицией и такой перспективой. Вот. Отдельным пунктом идет позиция спасителя. Вот. Это то, чем то, чем сейчас, на мой взгляд, вы понимаете. Вот. То есть, ну, то есть спасаете человека. Вот. Что не есть хорошо, потому что это позиция для вас заведомо жертвенная, заведомо деструктивная, так скажем. Вот. И из нее, из этой, в смысле, позиции, можно и нужно выходить. Опять же, через индивидуальную работу. Ну, если вам это интересно, если вы в этом, конечно, заинтересованы. Просто я не знаю пока, в чем вы заинтересованы. Давайте на данный момент, пожалуй, мы с вами закончим на этой ноте. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Я надеюсь, что пищи для размышления вам дал. А самостоятельно попробуйте сделать следующее. Спросите себя,
Какими будут ваши отношения с человеком, если они будут продолжаться так, как идут сейчас? Вот какими это будут отношения, что человек все поймет, что человек все для себя увидит, ну внезапно, да, что человек, допустим, сделает так, как вы хотите, что будет дальше? Какими это будут отношения? Какими вы будете в этих отношениях? Какой вы будете в этих отношениях? Какую позицию вы будете занимать? В таких отношениях. И будет ли она, эта ваша позиция, соответствовать тому, как вы себя в целом видите во взаимодействии с мужчиной? Вот. То есть, о чем мы здесь говорим? Да, в общем-то, мы здесь говорим о том, что это не временно что-то. Что не будет такого, что человек что-то поймет и все будет хорошо. Вот такого не будет именно. Если это началось, то это вот скорее всего будет так и будет, скорее всего. Готовы ли вы к такому повороту событий? Вот это меня очень и очень интересует. А вас? На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь.